Меня зовут Максим, и я основатель компании MyRunner, программа управления отделом доставки. Каждая компания, которая хочет доставлять свои товары быстро, сталкивается с огромным количеством проблем. И основная из них — это, конечно же, курьеры. Нет четкого понимания, какое количество курьеров нужно в тот или иной период времени. Ну, допустим, пришло больше заказов, чем планировалось. И возникает вопрос, где взять дополнительного курьера, ведь ты теряешь и деньги, и клиентов. Но есть и обратная сторона. Вы решили подстраховаться и наняли больше курьеров, чем планировали заказов, чтобы выполнить все заказы, которые поступят. А заказов нет. Ну и приходится платить курьерам, которые лежат на печи. И мы создали то, о чем мечтает каждый руководитель отдела логистики. Ведь мы решаем все его головные боли. Мы не только управляем штатными курьерами, отслеживая их в режиме реального времени, строим оптимальный маршрут и рассчитываем время доставки с учетом пробок. Мы еще и интегрируемся к сервисам управления бизнеса по типу Айка, LifePay. Мы полностью заменяем доски объявлений, через которые нанимаются курьеры, благодаря встроенной в систему биржи. И мы можем моментально передать заказ в курьерскую службу либо частным проверенным перевозчикам. И уже благодаря этому мы уникальны на рынке. Но нам есть чем вас удивить. График курьеров строит нейронная сеть из многих факторов. Погодные условия, время суток, день недели. И ты точно знаешь, какое количество курьеров тебе нужно в тот или иной период времени. И все это в рамках одной программы. Круто, да? Мы уже заключили партнерство с основными игроками на этом рынке. И у нас есть доступ к более чем 40 тысячам клиентов. Рынок у нас просто огромный и составляет 4 миллиона организаций. Ведь мы планируем и можем работать на международном рынке. Там, где сейчас присутствует дубль ГИС. Мы интегрированы к их картам. И это ни много ни мало 9 стран и 323 города. И нам нужно всего лишь 20 тысяч клиентов, чтобы достичь оборот в 1,2 миллиарда рублей в год. Конечно, у нас есть конкуренты, но они не делают то, что делаем мы. Они не подключаются к сервисам, они не могут передавать заказы в курьерские службы, и нет у них биржи курьеров. По новой бизнес-модели мы начали работать около месяца назад. И сейчас у нас уже есть клиенты. А к концу 2020 года мы планируем 20 тысяч постоянных пользователей, что обеспечит оборот 100 миллионов рублей в месяц. Я просто уверен, что именно мы рождены для этого бизнеса, потому что мы владели сетью пиццерий и, с одной стороны, знаем все проблемы организации доставки, а с другой — все проблемы программ управления ею. И к цели нам поможет прийти наша экспертиза, так как мы на этом рынке работаем более 5 лет. Методом проб и ошибок мы из простого сервиса сделали действительно ценный продукт, который уже сейчас помогает бизнесам. И на осуществление нашего плана нам нужны инвестиции в размере 10 миллионов рублей. И в заключение хотелось бы сказать. Рынок доставки сейчас стремительно растет, ведь доставляются практически все товары. Давайте поговорим об этом. Спасибо за внимание.